Гигантский водяной клоп Белостома является безжалостным хищником. Фактически они питаются всем, что обитает в пруду. Клоп нападает даже на тех существ, которые превышают размеры самого жука. Зарегистрированы случаи нападения гигантских водяных клопов на рыбу, молодняка уток и прочих не слишком больших животных. Интересен и сам способ охоты, используемый клопами. Они располагаются на растениях в воде так, чтобы на поверхности оставалась спинная трубка, через которую насекомое дышит воздухом. Далее клоп занимает выжидательную позицию. Как только рядом с ним проплывает что-либо, насекомое бросается в атаку. Для того, чтобы схватить добычу, клоп использует свои клешни, расположенные спереди. Крепко держа жертву, водяной клоп пронзает ее своим хоботкоподобным ртом и вводит ферменты, которые переваривают ее изнутри. Затем клоп просто высасывает эту полученную кашеобразную массу в виде питательного супчика.